В один прекрасный апрельский вечер теннисные корты клуба «Аквариум» превратились в коммунальную квартиру. Это коммунальная, коммунальная квартира. Правда, с одной большой сценой. Все дело в том, что самому «Аквариуму» неожиданно исполнилось 10 лет. Окажется, будто вчера он объявил в Украине о начале эпохи фитнеса. Десять лет совместной жизни – это и впрямь не шутка. Хотя за эти годы шутили и развлекались немало. Потому что «Аквариум» в общей сложности приобщил к фитнесу около 20 тысяч человек. И, как в мультике про Чебурашку, всех их передружил. Большинство из них пришли на вечеринку, чтобы наполнить бокалы и поднять их за процветание любимого клуба. По такому поводу выпить и правда не грех. Тем более, что фитнес это иногда позволяет. Просто завтра в клубе «Аквариум» все гости праздника пробегут и проплывут по несколько лишних километров. А пока десятилетний бизнес демонстрирует свои лучшие силы. Команду, без которой фитнес невозможен. Среди парада сотрудников нашей программе особенно дорог ресторан. Его возглавляет легендарная личность Северинов Сергей. Он из тех, кто досконально знает ресторанный бизнес, умеет кормить вкусно, а обслуживать весело. Красная лента означает то, что человек работает в аквариуме все 10 лет, и таких большинство. Стабильность коллектива – это заслуга генерального директора. Роман Блиндер со сцены приветствует гостей, и праздник считается открытым. Таких клубов, как «Аквариум», будет строиться немного. В основном будут строиться клубы, которые будут находиться в шаговой доступности, во дворах, в домах. Потому что количество желающих заниматься фитнесом растет каждый год. Все время это количество увеличивается, и люди понимают, что это здоровье, это радость, это долголетие, это положительные эмоции, соответственно, это успехи на работе и все остальное. Желаю всем заниматься фитнесом. Ура! Что ж, если когда-то говорили о «спорте мир», то теперь говорят, что фитнес – это здоровье, причем и физическое, и духовное. И тот же мир, он же гармония с самим собой. Ощущение тихой радости и гармонии. Мне кажется, все будет хорошо. Фитнес – это в первую очередь образ жизни. Поэтому на данный момент мы можем с твердой и с уверенностью сказать, что наши клиенты, они придерживаются такого образа жизни, как фитнес. Да, и его выбирают здоровые и успешные люди, которые ценят уровень подготовки здешних тренеров и стандарты обслуживания. Вважаю, що насправді найкращі тренери з фітнесу в Києві. І я переконаний, що навіть коли людина з акваріуму йде з якихось причин, то в будь-який клуб, знаючи, що що він працював в акваріумі, його беруть з великим задоволенням. Ваше побажання вашому клубу? Найголовніше – щастя, успіху. І сподіваюся, що ми ще відсвяткуємо і 20, і 30, і 50, і 100.
Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой мы увидимся вновь. Полная шляпа купюр говорит о щедрости членов клуба «Аквариум». Это правда. Причем эта щедрость бесконечна, когда речь идет о заслуженных комплиментах любимому клубу. Мне очень нравится, что «Аквариум» устраивает для своих клиентов праздники. И это замечательно не только для взрослых, но и для маленьких. Я бы хотела пожелать всем членам клуба «Аквариум» иметь достаточное количество средств, чтобы потратить на этот клуб, на то, чтобы получить здесь заряд бодрости, заряд молодости, заряд любви и заряд тепла, который дает «Аквариум». Спасибо тебе большое. Думается, что и само название «Аквариум» выбрано не случайно, а именно для того, чтобы каждый гость чувствовал себя здесь как рыба в воде. А еще, чтобы всем хватало волшебных золотых рыбок, гарантии исполнения мечты. О чем, интересно, будет мечтать господин Блиндер, когда наконец-то снимет галстук и поднимет бокал? Клиентов, безусловно, да и тех, кого мы приглашаем и называем семьей. Потому что это наши люди, которые самостоятельно сделали свой выбор. И мы с удовольствием хотим оказывать такие услуги, которые они хотят получать. И то качество, которое они хотят получать. Я им и желаю, собственно говоря, этого. Желаю фитнеса, желаю здоровья, желаю активного образа жизни. Примадонна украинской эстрады, может, и не совсем фанатка фитнеса, зато приветствовала любимый клуб с огоньком. По сути, ей удалось провести массовый урок аэробики, когда огромный зал подчинился озорному ритму ее песен. И даже тихий оболонский вечер, пронизанный свежим дыханием озер и днепровских заток, не сумел поглотить праздничный азарт клуба «Аквариум». Потому что как первую десяточку отметишь, так и дальше дело пойдет. А кто эру фитнеса в Украине начал, тому ее и продолжать.